Мы для этого здесь и тренируем, чтобы они сохраняли свою жизнь, чтобы они пришли домой и победителями. Спасибо вам, низкий поклон. Стоя на коленях с нетленной благодарностью в сердце, так встречают в учебной части Зинаиду Евменкову. Узнав, что наши парни нуждаются в поддержке, женщина ни минуты не колебалась. Желание подарить добро окутало сразу. Осталось лишь найти тот мостик, который приведет к бойцам. Им стал благотворительный фонд. Ну, слушал по телевидению все эти сообщения, все эти новости о событиях, что происходит на линии огня. Я видела, что нашим солдатам нужны бронежилеты, и тепловизоры, и квадрокоптеры, и каски, ну все. Я давно хотела сделать это добро. Для наших мальчиков это очень важно. Они должны знать, что мы все думаем о них, все душой за них болеем, переживаем. И хотим помочь, как только можем. Все свои сбережения Зинаида Семеновна отдала на покупку квадрокоптеров. Сложив деньги с уже имеющейся суммой, удалось купить 12 беспилотников. Их функции сейчас осваивают ребята. Разобраться помогают опытные инструктора. Мы хотим вам сказать спасибо, потому что ваш возраст, конкретно ваш возраст, относится к этому сейчас очень хорошо, то есть позитивно, и понимает, что это реально нужно. Она помогает мальчишкам банально выжить. Она банально может просто пройти мимо минных полей поверху и посмотреть, что там, чтобы лишний раз не отправлять под мины ребят. Глядя в глаза ребят, Зинаида Семеновна еле сдерживает слезы. Больше от радости. Она подарила то, в чем сейчас нуждается каждый – надежду. А вот хвастаться благими намерениями цели не было. Рассказать эту историю уговорили мы, журналисты. И как оказалось, не зря. В своем поступке женщина не одинока. Кто не может пожертвовать крупную сумму денег, приносит в пункты сбора помощи вязаные носки, продукты, медикаменты. Очень много людей начало нам звонить, приходить, рассказывать о том, что эта бабушка их сильно вдохновила, что говорят, ну раз она смогла, а мы-то что, не сможем, что ли? И поэтому она для нас такой некий символ человеческого добра, такого бескорыстного. Бумеранг добра всегда возвращается. Несмотря на грядущие сложности, настроение у всех солдат боевое. Каждый усердно учится, осваивает боевые навыки. А все их родные, близкие, да и вся страна надеется и верит, что вскоре увидит своих защитников под гордым знаменем Победы. Александра Никитина и Геннадий Бухтаяров. Управда ТВ.